Юрий Мурушкин, бордер-колли по кличке Акай. Это молодая собачка, но очень профессиональная. Очень рада, что он уже показывает высокие результаты. Недавно приходила адвокация. И очень хорошо, что проходит разбор, я думаю, как раз это все такие выгодные. Я замолчал для того, чтобы вы могли услышать, что собака лает. Позорно, обратите внимание, никакого недоверия, агрессии в отношении к условно пострадавшему не наблюдается. Это не только потому, что это знакомый человек, так он относится к нашей собаке абсолютно небезопасно для окружающих. Наша собака. Иногда, кстати, люди не реагируют не очень. Thank you.